Привет, сейчас я сделаю пакет Razer 7.1.3.4. А здесь у нас банальная настройка вот этих вот двух устройств. Все настроено, кроме IPv4 и IPv6 Edge. Давайте их настроим. Вот у нас есть то, что нужно настроить. Я буду сейчас это все прогорать. Командная строка, Enable, Configure Terminal. Сначала нам нужно шлюз по умолчанию, ну, путь по умолчанию, Default Route. А прописываем на IPv4. IP route. Не понял. Conf t. IP route. Окей. 0.0.0.0.0.0.0.0. И порт. Это у нас S010. S010. Все. Мы установили default route. Он настроился, просто так почему-то не нажимался. В принципе, не важно. Теперь нам нужно его распространить, иначе у нас вот эти два маршрутизатора его не будут видеть. Для этого мы заходим в роутер и IGRP1, у нас здесь один. И здесь настраиваем, здесь пишем redistribute static. Redistribute static. Все. Теперь если мы откроем branch 1 или branch 2, любой из них, enable, здесь пропишем show IP route, мы увидим, что он видит default route. Все. И шлюз, который ему нужно передавать его, чтобы достичь default route. Также будет и на branch 2. Все. IPv4 мы настроили. Теперь таким же образом настроим IPv6. Там только немного другие команды. Отходим в IPv6, командная строка, enable, configure terminal. Прописываем IPv6 route. Route. У нас будет два двоеточия /0, ну стандартно, и порт. Это у нас S010, опять-таки. S010. Все, настроили. Дальше IPv6 и IGRP1. Там не работает. IPv6 роутер. Роутер и IGRP1. И здесь также redistribute static. Все. Видим, что у нас 100 из 100. Ну и давайте проверим, например, на branch 3. На branch 4 будет то же самое. Enable, conf t. Зачем conf t? Exit. Здесь команда show IP route. Route. И видим, что у нас есть default gateway. На этом все. Задание довольно простое. Просто прописать, настроить это все. Также мы можем с ПК попинговать. Все будет работать. Все выполнено на 100. Надеюсь, у вас все получилось. Пока.